Добро пожаловать на HiNews.ru. Bluetooth – это технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии до 100 метров. Работы по созданию Bluetooth были начаты в 1994 году производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson в качестве беспроводной альтернативы кабелям RS-232. В результате Bluetooth разработала группа Bluetooth Special Interest Group, основанная в 1998 году. В нее вошли компании Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia. Впоследствии Bluetooth стала частью международного стандарта IEEE 802.15.1. Само слово Bluetooth — это перевод на английский язык датского слова «блата». Так прозвали короля викингов Харальда I, который объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. Bluetooth, по сути, делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Как же работает Bluetooth? Об этом в сегодняшнем выпуске. Принцип действия Bluetooth основан на использовании радиоволн. При включении Bluetooth активируется радиопередатчик, который работает в ограниченном диапазоне частот в районе 2,4 ГГц. Эта часть спектра называется ISM – Industry, Science and Medicine – и используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях. После активации радиопередатчик начинает отслеживать все сигналы в этом диапазоне. Второе устройство делает то же самое. После того, как устройства обнаруживают друг друга, первый берет на себя роль передатчика, а второй становится приемником. При этом данные передаются по специальному алгоритму FHSS, который обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам. Согласно этому алгоритму, частота сигнала Bluetooth скачкообразно меняется 1600 раз в секунду, перепрыгивая с одной из доступных 79 частот на другую. Последовательность переключений между частотами для каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику и приемнику, которые каждые 625 микросекунд синхронно перестраиваются с одной частоты на другую. Таким образом, если рядом работает несколько пар приемников-передатчиков, то они не мешают друг другу. Этот алгоритм также является частью системы защиты передаваемой информации. Перед отправкой по Bluetooth данные разбиваются на специальные блоки, именуемые пакетами, с инструкциями по составлению из них исходного файла. Процессор приемника обрабатывает пакеты, создавая из них передаваемый файл и помещает его в постоянную память устройства. При передаче цифровых данных и аудиосигнала используются различные схемы кодирования. Аудиосигнал не повторяется, а цифровые данные в случае утери пакета информации передаются повторно. В настоящее время актуальной версией Bluetooth является спецификация 5.0. Она была представлена в Лондоне в июне прошлого года и отличается увеличенным радиусом действия до 40 метров в помещении и до 200 метров на улице, а также скоростью передачи данных, составляющей 6,25 мегабайт в секунду. Bluetooth 5.0 уже поддерживается рядом мобильных устройств, в частности iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8. В следующем выпуске мы поговорим о том, как работает другой стандарт беспроводной передачи данных – Wi-Fi. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые серии проекта «Как это работает».